Hanging in the middle. 24. 25. 25. 26. 26. Значит, это, в общем, не то, что о самом святом, но, в общем, о главном в нашей жизни, о рыночных отношениях, в которые мы все с вами вступили. Вот, но тут, правда, по-разному. Кто вступил, кто вляпался. Они, наверное, неплохие, действительно, раз весь мир ими пользуется. У нас плохо при нашем русском, да, раззудись, размахнись. Мы же ни конца, ни края не знаем. У нас плохо то, что эти рыночные отношения стали вмешиваться и в личные отношения, и даже в интимные. Жизнь пошла. Все выгадывают. И чужие, и свои. За так никто ничего не сделает. Хоть с женой у меня нормально. Да и то что-то. Вечером вчера только легли, только я. Она говорит, 200 рублей. У меня внутри все так и оборвалось. Как? Так, деньги вперед. Я говорю, еще вдруг? Сколько лет бесплатно? Она про бесплатно забудь, не та жизнь пошла. Сейчас за что не возьмись, все дорого. А вчера еще... Резко подскочили цены на энергоносители. Я говорю, ну мы же свои. Она говорит, где есть свои, там могут объявиться и чужие. И я умылся. Думаю, вот они, рыночные отношения, дождались. Ночью она забылась и со сна рукой. Тогда я в мертвой тишине, мертвым голосом, говорю, 340. Мигом с нее сон слетел. Что 340? Долларов. Она улыбается, как перед расстрелом. Что вдруг доллары? Спрашивает, когда вещь-то рублевая. С того, говорю, и доллары, что рубль постоянно падает. В общем, начали торговаться. Я говорю, 300 долларов. Она, 5 рублей. Я, 200 долларов. Она, 5 рублей. Сошлись под утро. Где-то на 5 рублях. А уже вставать пора. Встал, думаю, чего я на бартер-то не пошел? Видно, боялся прогадать. Не знаю, куда придем мы все, какие сегодня к вечеру будут цены. Это еще раз на энергоносители скакнет, вообще можно стать инвалидом. Спасибо.